Яндекс News. И снова здравствуйте. В этой студии по-прежнему Анастасия Смоловская и Евгения Шафранок. Это неизменно этим утром. А вот гости у нас меняются. И к нам сейчас пришла Инесса Галланта. Расскажет нам про фестиваль Summertime. Приглашает Инесса Галланта. Изменил свой формат фестиваль. Об этом мы поговорим. И о том, кто приедет в этом году, кто ожидается, кого мы ждем с нетерпением, о том, как все это будет происходить. В ближайшие полчаса мы поговорим. Если есть вопросы, интересующие вам, вы можете нам звонить 672-12-93-9, 672-13-93-9. Анонсировала, что меняет свой формат фестиваль. Все не сразу делается. Это мы анонсировали, моя дочь анонсировала, действительно, Диана, что у нас есть в планах на будущее. В этом году юбилейный год, все остается по-старому. Мы работаем в старом формате, у нас неделя, 8 концертов. Начинаем мы 5 августа, последний концерт 11 августа. Нам исполняется 15 лет. Я думаю, это такой уже взрослый возраст. На сегодняшний день 15-летние ребята – это уже самостоятельные личности. Я думаю, для музыкального фестиваля это совсем даже немало, это много. Учитывая, что мы создавались в период, когда все менялось, менялась вообще жизнь, менялась страна, менялось все в головах у людей, это было совсем не просто, неоднозначно. Мы были единственные. В Юрмале не было таких фестивалей. Вообще классикой там на тот момент не пахло. И эта великая сцена, в моем понимании, это была вообще божественное, намоленное место. Потому что я в детстве и в юности, так как я выросла вот в Меложе, и, как я говорила, и Меложе Рига, и для меня это было какое-то такое духовное, я не знаю, нечто. Мы туда приходили как в храм, на цыпочках, прикоснуться к чему-то великому. Наверное, многое я не понимала и не могла оценить. Все это приходит, конечно, с возрастом. Ты понимаешь, на чем ты вырос, Боже мой. То есть такие имена я не стану даже сыпать ими, потому что для многих это люди из энциклопедии. И невероятные. Потом это все появилось на Западе и на вот этих именах, когда, хотя сказать о великой культуре, называют вот эти фамилии. Ну, хотя бы парочку. Хорошо. Прям заинтриговали, да. Мы нервничаем. Да, сидим. Не нервничайте, успокойтесь. Это Давид Ойстрах, это Эмиль Гилельс, это Кондрашин, Мравинский, эти оркестры, которые приезжали в свое время вот в Латвии на месяц, на два, и это люди стояли за билетами, убивались ночами, отмечались, цифры, наклейки и так далее. То, что, может быть, сейчас происходит, если приезжает Sting или выходит новый Zeppelin, или, да, почти. Или выходит новый iPhone. Да, или в свое время я познакомилась с Led Zeppelin и познакомилась со всеми этими группами. И не потому, что я стояла с наклейками и убивалась в очереди. Просто они были на этой сцене и оказались прелестными, и легкими, и обаятельными, и трогательными, и очень талантливыми. И не такими далекими, как казалось. Нет, наверное. Когда-то это казалось, да, почти вот как Битлз, да, для многих небожители. И я перезнакомилась с этими группами, они спрашивали про Латвию, потому, когда я сказала, откуда они. How interesting. Я говорю, давайте приезжайте вот сюда и Pink Floyd, и. Для многих эти люди, когда я это рассказала кому-то из молодежи, они потом приходили прикасаться к моей руке, потому что именно их щеке, куда они меня целовали или держали за какую руку. Так вот, эти имена, которых я вот не хочу просто занимать все это время, они, вот эти небожители, стояли на этой сцене, и поэтому мне казалось, что она достойна, чтобы на нее вернулись эти люди. Попса – it's okay, эстрада – it's okay, есть публика, кому это надо и нравится. Но я из другой жизни, из другого мира. Я классик, я медик и классик. Поэтому
Я понимаю, что вот я уже повторяюсь, лекарства лечат, ну и могут и немножко и кое-что и покалечить. От чего-то они приносят освобождение, облегчение, а где-то они могут зацепить и сделать потом больно. Музыка никогда. Это просто очищение. Все же идет от головы. Голова, душа, сердце. Когда там все в покое, в порядке, мы в хорошем настроении, человек меньше болеет или вообще не болеет. То есть мы зависим от этого. Все взаимосвязано. Так, у вас кашель, где сбой? Вы... Сбой во мне, в стрессе. Рассказывайте. Да, много стресса и самолеты. А там включают кондиционеры. Все дело в самолетах, не да? Берегут. Да. Все. Не берегут там нашу силу. Не берегут. И всем нравится минус 20, а снаружи плюс 40. Мне не нравится. И, к сожалению... Так что петь мы сегодня не будем. Пожалуйста. Давай, что-то... конечно, если... спойте нам доброе да, утро. Да, если вы можете мне подыграть. Мы можем похлопать. Похлопать и потанцевать. И потанцевать. Но сначала и мы разберемся с тем, что нас ожидает в августе. Вы сказали, что 15 лет назад начиналось все в такое не очень спокойное время, не такое не расслабленное время. Не расслабленное время и не очень понятное. И я уже почти 30 лет живу в Германии. И одной ногой всегда здесь. Я не умею закрывать за собой дверь, потому что для меня вот это моя родина, это моя земля, это мое место, которое я обожаю. Это моя публика, это мой театр, филармония, это мои вот домские. Это каждое место, вот люди, которые меня ждут и любят. И я очень человек верный, и я не могу без этого. И я понимаю, что людям этого не хватает. Я это знаю, я все чувствую. И я со своей семьей, со своим супругом, мы долго говорили на эту тему и пришли к такому... Это было 17 лет назад. Время бежит очень быстро. Вот. И поэтому этому фестивалю уже 15 лет. Хотелось... Постоянно идут какие-то изменения. Это невозможно. Мы меняемся, мир меняется, экономика меняется, политика меняется. Время не очень спокойное, не очень благополучное. Хотя когда-нибудь, может быть, мы подумаем, о, мы грешим на него. Все супер. А нам всегда чего-то не хватает в супе. В общем, просто мне хотелось вернуть вот это ощущение святости, вот этого храма, этого удовольствия, этого прикосновения к чему-то. И вот так оно шаг за шагом, и так оно и получилось. Потом мне хотелось, чтобы это было более элегантным. Так как моя дочь работает в мире моды, и журналы, и фотографии, и модели, и элеганс, и я работаю среди таких, скажем, это не говорит о элитарных кругах. Я говорю просто об уровне. Сцена требует красоты и должна быть привязка для глаз. Это должно быть не уныло, не позорно и не мрачно, скучно. Должно быть нечто, что делает ощущение праздника. Люди приходят за эмоциями, за праздником. Нам всегда мало любви, дружбы, денег и здоровье. Это четыре вещи, которых много не бывает. И вот я отвечаю за душу, сердце и глаза. Мне хочется, чтобы у людей вырастали крылья, чтобы они летали, чтобы у них было чудесное настроение, они бы впитали что-то такое. Это новый медикамент. Без побочных эффектов. Вот если посмотреть программу, вы сказали про праздник и вот эту вот радость и веселье, ну, если посмотреть, то там достаточно много, есть за что зацепиться, там и афроамериканский трубач, и там балканские мотивы. Смотрите. И всего чего такое, и латино, да. То есть, ну, такая очень энергичная, да, классика получается. Не забываем, что это курорт.
что за эти 15 лет Юрмала тоже менялась. Посмотрите, как много гостей. На наш фестиваль специально приезжают из Европы, Америки, Израиля специальные группы гостей. Они заказывают столько мест в отелях, они нас бомбят. Мы уже не знаем, как с этим справиться. Те, кто был, те, кто слышал от тех, кто был, их друзья и знакомые, они специально берут отпуск. Кто не может, может быть, на неделю или на 10 дней, они пытаются, ну, хотя бы на часть, и спрашивают, ну, на что все-таки лучше и так далее. То есть это организуются целые немецкоязычные, франкоязычные, англоязычные группы, конечно, наши бывшие резиденты Латвии и так далее. То поток есть такой. Уже, понимаете, это все за столько лет приходят семьи местные или приезжают специально семьи. Я когда-то была одно поколение, потом два, три, а теперь уже и четыре. Я сначала смущалась, я уже об этом говорила, а теперь я только радуюсь этому. Потому что это то хорошее, музыка то замечательная, но оно требует времени, познания. Ты должен не только привыкнуть, ты должен учиться. Есть вещи, которые вот идут так, на раз, усытыену, а есть вещи, которые надо познавать. Может быть, такую легкую музыку, ее воспринимаешь сразу глазами, ногами, руками. Что-то более серьезное, оно требует обучения. Работа. Работа. Поэтому это замечательно. Вот семья приводит и бейбиков, которые уже могут высидеть час или два. Если не могут, 2-3, 45 минут. Достаточно. Достаточно. Дозировано. Не надо сразу в огромных дозах. Это может быть передозировка. То есть мы работаем для семьи. Мы хотим вызвать позитивные эмоции у всех поколений. У нас нету, мы никого не отбрасываем. Каждый для себя может выбрать то, что ему подходит. Молодежь, конечно, откликнется на что-то вот из этих 8 концертов. Более взрослые люди или поколение среднее, оно для себя выберет. Есть концерты, куда могут прийти все 3-4 поколения. И вот это есть наша цель. Я не хочу говорить о заслугах. Цель. Чтобы людям было радостней, легче жить. Кем вы особо гордитесь из выступающих в этом году? Кого было особо тяжело договориться с ними? График, может быть, более плотный, да. Вы знаете, ну, конечно, Кустурица, он самый, я не хочу сказать, что, ну, растаскан на цитаты. Потому что вот как Брегович, вот люди носят их на руках. Но не только, но не только. Мы все время должны, Даниил Крамер, который ради нас уже сколько лет, я хотел сказать, сколько веков, он свой фестиваль перенес ради нас, отодвинул и договаривался с мэром, с бургомистром, чтобы это можно было как-то перенести, потому что это уже неотъемлемая часть нашего фестиваля. Участники такие, как Сергей Егерс, контртенор, который уже тоже, опять хочется сказать, веками, Андрей Осокин, уже наши люди, и Интерс Бусулис, который уже наш оркестр фестивальный, да, и Экхард Вичек, дирижер, с которым мы уже работаем много сейчас лет. И они все с этим должны, или Мартин Ахрайна, они все должны выкраивать свое время. И каждый из этих исполнителей, он должен сверяться с графиком, чтобы он туда вписался. Не забудьте, что география гигантская, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Россия, ну, причем Денис Мужиков, он едет откуда-то из другого края земли, кто-то из Франции, кто-то из Колумбии, кстати, колумбийцев у нас не было еще никогда. Да, то есть все едут, Австрия, то есть все едут откуда-то, Амстердам. Но...
Они первый раз встретятся на этой сцене? Кто-то первый раз. Мы стремимся к этому знакомить. Я ведь этим занимаюсь уже очень много лет. Я думаю, что я почти 30 лет живу в Европе, значит, вот все это время я привожу своих чудесных партнеров. Привозила в оперный театр, в филармонию, в Домский собор, в Сигулдский фестиваль, который начинался с меня и с моих коллег. Потом привожу на Summertime, приглашает Инес и Галанте. Всю жизнь я занимаюсь вот такой просветительской деятельностью. Я этим горжусь, потому что мне хочется радовать нашу публику, чтобы они знакомились с тем, с этой квинтэссенцией позитива, добра и высокого качества. Понимаете? Не абы что. Мне хочется, чтобы это было такое нечто, открытие, удовольствие. Поэтому я сначала мне приходилось объяснять, where is it, what's Latvia, where is Jurmala, или вас издаст. Да. Потом они меня спрашивали, простите, а вы нас пригласите еще раз? Нам так понравилось. Мы не ожидали. Многие нас сравнивали с Зальцбургом. Как у вас элегантно, как красиво. Это все привнесла моя дочь, как я уже говорила, которая занимается вот в дизайнерской бранже и с модой, и с магазинами, с журналами и так далее, фотографами. Она мгновенно, мало того, что она выросла на оперной сцене и родилась у меня на первом курсе консерватории, она просто знаток, она слышит за одну секунду, это ей нравится, это нет, или это вот то, что нужно или нет. Папа ее был математик-режиссер, то есть есть. Я медик и оперная певица. Она выросла на оперной сцене, за кулисами. Она всех все знает. Все эти оперы, она, понимаете, да, она в этом купалась. Я даже помню, как она сидела на первом курсе, я репетировала или на втором арию «Виолетты». Это был мой дипломный спектакль. И она сидела на коленях, мы вместе с ней взяли ми-бемоль третьей октавы. Это не каждый суперколоратура может взять, да? Ну, вот так. Она спела, пожалуй, лучше, чем я. Она сама не ожидала. Просто ребенок вовлечен в это с рождения. И я пела госэкзамен, она 8,5 месяцев, она играла в футбол, я получила высшую оценку. Ушла со сцены, это был целый концерт. И поэтому она уже родилась с музыкой, и вокальной музыкой, и оперной музыкой, в душе, в сердце и в голове. Поэтому для нее это так, piece of cake. Плюс дизайн, потому что сегодня сцена требует еще и зрелищ. Визуально. Публика, да. Угу. Интернет, телевидение. Все приблизилось настолько, клиповое мышление и так далее. Для, может быть, пожилого поколения это сложновато, но для среднего и молодого оно на этом выросло. И хочется также и удовольствия для глаз. Поэтому мы стараемся это все объединить, и все эти дорожки и так далее, все это придумывает она, и выставки, и скульптуры, и чтобы людям было приятно приходить на концерт, и чтобы это был праздник. Интересно, не только концерт, но да, и чтобы визуально. Чтобы это был праздник, праздник для души. На сегодня нам пора заканчивать. Я напомню, что с 5 по 11 августа в Юрмале пройдет фестиваль Summertime, приглашает Инесса Галант. С подробной программой можно ознакомиться и на сайте фестиваля, и на портале MixNewsLV тоже мы публикуем вот эту программу. Каждый может выбрать для себя то, что ему понравится. По душе. Плюс наши молодые лауреаты, талантливая латвийская молодежь. Она будет всегда каждый концерт открывать одним-двумя произведениями. Ну, вот познакомиться с тем, что Латвия взрастила. Что наши звездочки. Я всем желаю хорошего дня, любви. Вы можете это пропеть нам. Ох, аж мурашки. Мне хочется просыпаться, дорогие слушатели. Мне хочется, чтобы все были счастливыми, удачливыми, никогда не опускали крылья,
руки и всегда надеялись и что-то для этого делали. Спасибо большое. Певица Инна Сагаланте была на студии. Мы на этом завершаем.